них таблички на шее. Что там написано? Я трус и отказался сражаться за немецкий народ. Это дело рук СС. Пусть все поубивают друг друга. Наплевать. Бейкер 6, Лав 1-6. Я вижу город. Мы готовы начать наступление. Бейкер 6, понял. Начинайте наступление. Мы ударим по ним с юга. Конец связи. Проверить внутри. Проверь ту дверь. Гордо, стой. Bitte, hören Sie auf zu schießen! Komm her! Die Soldaten, die noch da sind, möchten sich ergeben! Die ergeben uns, ja! Der Krieg ist vorbei! Gott sei Dank! Sag ihnen, sie sollen rauskommen. Ohne Waffen und mit erhobenen Händen. Komm raus! Бенковский, будь готов выстрелить, если они захотят нас испытать. С удовольствием. Erhobenen Händen! Ohne Waffen! Все, внимание на дверь! Черт, это просто дети! Давай их сюда! Разделить на маленькие группы! Вперед! Они выходят, глядеть в оба. Иди, дети! Вон туда! Вон туда! Пошли! Пошли! Вперед! Вот, так не останавливаться! Шевелись! Ты чего такой хмурый, немец? Что у тебя есть? Что это за день? Стоять! А дэй да ди киндер гэхэнк? Я! Эй, пристрелить его. Этого? Да, эту эсэсовскую мразь с подбитым крылом. Эй, Энджел, это твой. Ауфидерзейн, козел. Вот же ублюдок.